Еще раз. Вот они, вечер. Добрый вечер, все здороваются. Ну-ка. О, коровки идут. Да лобай меня услышал, несется со всех ног. Ой, да молодец какой бах. Он и овечек не трогает. Вот он нюхает, что-то у меня нашел там. Ну, да молодец, алабай, ой, молодец. Вот он молодец, алабай. Вот потеряевский вечер. Сколько здесь коровки подошли, вон стоят, чешутся. Вот они как. Бычки бодаются. Вот они идут, Ерема и Вениамин. Вот столетний почти дуб. Это тополь. О, добрый вечер. Вот бока наполненные, полные. Это означает, скотинка очень довольная. Он там куда надо. В городе куда он пойдет? Никуда, только хулиганить. Почему Лев Толстой говорил, хочешь развратиться, поезжай в город. О, талабай. Там овечек погнали. Исааки. Вон, видать, где идут. Это сегодня 10-е число. Благословенное место. Текущее молоком. Вот оно молоко сейчас подает и медом. Рой пчел прилетает и под полом у нас мед дает. У Любы также. Удивительное дело. Вот какие березы. Березы здесь мощнейшие. Это поля страшнейшие. Конца не видать, где они кончатся. Просто огромные. Вот здесь тополь есть. Вот он. Я стою от него на расстоянии 20, наверное, метров. И вот его обнимали здесь отец Аким и митрополит Сергий. Я им загадал загадку. Я говорю, а вот вы видите тут на суку, там что-то приделанное. Вот. Это вот я сейчас подойду сюда. Тополь такой огромный-огромный. Какие у него корни. Ну вот это корни, что это такое? А это вот прямо от него отходит и второй как бы отросток. И вон там наверху что-то. Но я задал загадку. Что это такое может быть? И проволока, и там материя. Не знаю. Это, оказывается, брат наш Павел. Это он пристроил так снимать кольца. Когда подъедет машина нам на колодец, он постарался. Это в сторону большой сучок идет за него, чтобы не отломился. Это сучок за другой там прицепленный, а тот с наростом. Вот как здесь приходится думать. А в городе ничего не надо. Краник открыл. Напился. А здесь колодец копать надо. Но и там перекроет краник в один день. Потечет. Что потечет из трубок? А здесь прекрасно. О, пока я здесь тут рассматриваю, что Владимир Александрович Пащенко с главным своим прибором, уровнем 90 сантиметров. Вот он. Все, давай, готовь ужинать. А Никита и Виталий Викторович придут пешком. Вот этот тополь впереди стоит. Он нас пугает. Нам охота его убрать. Огромный-огромный. И рядом дом может достать.